27-летний житель Ярославской области пытался завести в Дагестан крупную партию наркотических веществ. В неисправном автомобиле, который перевозил эвакуатор, нашли 1 килограмм гашиша и около 3 килограмм мефедрона. Их общая стоимость оценена в 20 миллионов рублей. Известно, что по дороге в Дагестан мужчина делал закладки и в крупных городах Центральной России. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.